Сегодня областной суд отказал Новгородскому региональному отделению партии «Яблоко» в удовлетворении иска об отмене результатов выборов в областную думу. В заявлении, которое поступило в суд в ноябре, истец утверждал, что на результат голосования существенно повлиял отказ государственного медиахолдинга агентства информационных коммуникаций опубликовать предвыборные материалы «Яблоко». Кроме того, яблочников возмутили якобы грязные методы предвыборной борьбы от конкурентов и возможный подкуп избирателей в Боровичах. Однако суд не нашел подтверждения изложенным доводам и определил закон о действии АГАО «АИК». Мы их уведомили в официальном порядке о том, что их предвыборные материалы нарушают действующее законодательство, и в наших письменных уведомлениях попросили в определенный день, в определенный срок исправить эти нарушения законодательства. Действуя в правовом поле, мы предоставили им, как и всем остальным, равные условия для ведения предвыборной агитации. Таким образом, сегодняшнее решение говорит о том, что суд согласился с законностью действия областного государственного автономного учреждения агентства информационных коммуникаций. Мы очень рады этому решению. Напомним, на выборах в областную думу партия «Яблоко» набрала 9716 голосов и не смогла преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в региональный парламент.